Мы добрались. Тундра. Колеса. Все, можно кататься. Хорошее настроение бустов. Это важно. Вот и прошел первый тренировочный день на Энринге в Нижнем Новгороде на 5-м этапе РДС Европа. Я сейчас вспоминаю, как я сюда когда-то давно, в 16-м, по-моему, году, приезжал еще, работая оператором у Диди Кабы, снимал тут РДС, а сейчас сам гоняю тут, это нереально приятно. Ну, тогда, естественно, я ставил себе цель когда-нибудь вернуться сюда на своей тачке и поучаствовать, и вот эта цель достигнута. Трасса крутая, трасса техничная. Я немножко ожидал, конечно, что больше скорость на постановке, но еще все не идеально. Еду, конечно, так пристреливаюсь. Короче, трасса крутая, все нравится. Вот такой видок. Вон наш бокс. А еще хочу напомнить, что конкурс с Ривой продолжается. Чтобы принять участие, залетайте по этой ссылке, она прямо ведет в WhatsApp. И как только я приеду в Питер, это будет на следующей неделе, сразу же она обретет своего нового владельца. Швея Георгий чинит порог. Швея Сергей чинит морду Лавра. Серег, помыли Лавра, говорят? Да, да. За 300 сам помыл. Нормально. Сервис хороший. Маски, короче, треснули, ребят, к сожалению. Был, так сказать, ударчик. Бедный карбон. Эх, вот он дрифт. Зацените мою вечернюю программу. Поплавал тут. Кайф.